Пришло время подвести итоги среды, 26 июля, в студии Кристина Бериева. Добрый вечер. Металлические струи вместо водяных – это не дело. Накануне глава администрации местного самоуправления Борис Албегов проинспектировал состояние фонтанного хозяйства города и остался недоволен. Первым пунктом поездки стала некогда с помпой презентованная зона отдыха на пересечении улиц Кирова и Маркуса. Борис Албегов не смог сдержать своего возмущения. Он отметил, что этот фонтан необходимо привести в порядок. Также хозяйской руки требуют и скамейки, и плитка, и в целом вся территория этой некогда излюбленной зоны отдыха. По словам главы города, многое зависит и от самих горожан, от их бережного отношения. Ведь ни для кого не секрет, что нередки случаи вандализма и хулиганства в отношении общественных мест. Следующим пунктом инспекции стала площадь фонтанов. Задуманная городскими властями как одно из красивейших мест столицы республики, сегодня представляет из себя зрелище не особо эстетичное. Как отметил мэр Владикавказа, в домах, находящихся неподалеку, проживают сотни и тысячи детей. И власти должны сделать так, чтобы молодежь могла расти в комфортных условиях. А наличие оборудованных зон отдыха, в которые входят и фонтаны, одно из условий. Инспектировал городские фонтаны Борис Албегов не один. На места с ним выехали и префекты обоих районов Магомед Дударов и Казбек Алагов, начальник управления благоустройства администрации местного самоуправления Сослан Бицоев, начальник управления архитектуры и градостроительства Валерий Шотаев, а также представитель предприятия «Радуга» Артур Кокоев. Масштабные работы по благоустройству ведутся во Владикавказе. Касаются они не только парков, скверов и набережных столицы. Большое внимание уделяется и обустройству дворовых площадок и территорий. К сегодняшнему дню работы уже завершены на двух участках – проспект Коста 21 и Кырджалийская 13. Для удобства жителей близлежащих домов здесь заасфальтированы дорожки и установлены лавочки, высажены клумбы. По словам начальника управления благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления столицы республики Сослана Бецоева, работы в этом году начались с небольшим опозданием, помешали неблагоприятные погодные условия. Фронт работ предстоит обширный не только по муниципальной, но и по федеральной программе «Комфортная городская среда», инициированной партией «Единая Россия». Благодаря депутатам партии Владикавказу удалось получить дополнительно 50 миллионов рублей, на которые будут благоустроены порядка 60 дворов. Еще 25 миллионов было получено на оборудование набережной на участке от гостиницы «Владикавказ» до моста на улице Пашковского. В настоящее время идет подготовка документации для проведения процедуры торгов, определения подрядчика. В целом программа рассчитана на период до 2022 года. Сейчас у нас прошла аукционная процедура по остановкам в городе. Это все эти мероприятия мы должны были провести пораньше, но по погодным условиям получилось так, что они начали выполняться сейчас. Сейчас благоустройство идет, начали работы производить на водной станции. Там и водопровод, и скамейки делают, и будут менять асфальтовое покрытие. Очень большое дело по благоустройству города. Мы ждем по федеральной программе «Комфортная городская среда». Эта программа, вы прекрасно знаете, что она инициирована партией «Единая Россия». И благодаря им город получил на благоустройство дворов около 50 миллионов. 25 миллионов заложено на благоустройство набережной. Сейчас также вот эти дворы проходят процедуру аукциона, тоже с такой с небольшой задержкой. И работы ведутся по проектированию, по подготовке документации именно вот по набережной города. То, что вот эта программа включена для нашей республики, это заслуга конкретно наших депутатов, это конкретно заслуга вот партии «Единая Россия». Они периодически выезжают во дворы, встречаются с людьми, проводят собрания жителей, определяют позиции, которые им в первую очередь необходимо сделать. И уже
в зависимости от этих процедур производятся работы, включаются в программу. И, естественно, это не хватает для нашего города на этот год. Составляет небольшой процент, но эта программа, она все-таки на несколько лет, и думаю, что каждый год какое-то количество будет выполняться. Администрация местного самоуправления города Владикавказ информирует, что улица Ростовская на участке от Кирова до Джанаева перекрыта в связи с проведением ремонтных работ по замене дорожного полотна. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и не парковать в данном участке свои транспортные средства. Благоустройство и чистота родного города – дело каждого. Чтобы город всегда был зеленым и чистым, очень важным является не только хорошо налаженная городская инфраструктура, но и сознание и образ жизни городских жителей. К сожалению, немногие жители Владикавказа это понимают и принимают. Нередки случаи самовольного выброса мусора в неположенных местах, вандализма и безответственного отношения к городскому имуществу. Но есть и положительные примеры. Пример того, когда жители Владикавказа или организации принимают самое непосредственное участие в благоустройстве родного Владикавказа. Это фото с проспекта Коста. На фотографии ясно видно, как это место выглядело раньше и что сделали теперь. В этой части здания находится одно из подразделений «Газпром газораспределения Владикавказ». Именно благодаря неравнодушию руководства и самих работников предприятия была благоустроена эта часть улицы. Весной здесь открыли центр обслуживания клиентов, где можно оплачивать коммунальные услуги. Для удобства посетителей установили перила на лестнице, ступени и парапеты отреставрировали, здание обелили, прилегающую территорию облагородили. Но на этом газовики решили не останавливаться. Взяли на себя благоустройство части набережной от гостиницы «Владикавказ» до отделения Сбербанка. Здесь силами сотрудников предприятия были отремонтированы и покрашены скамейки вдоль аллеи. Подобного рода мероприятия в компании намерены продолжать. Напомним, подразделение «Газпром газораспределения Владикавказ» также взяло на себя благоустройство и содержание скверорепрессированных, что по улице Плиева. При поддержке городских властей там установили детскую и спортивную площадки, установлено также освещение и локальные зоны для отдыха. Такими событиями запомнится среда, 26 июля. Все выпуски программы «7 минут с городом» вы можете посмотреть на официальном сайте администрации местного самоуправления столицы Северной Осетии. До свидания.